Всем привет! Меня зовут Аня, и мы рисуем вместе с вами. Сегодня будет очень простой урок, даже для самых маленьких. Мы нарисуем ромашки, красивые ромашки. Для маленьких деток лучше всю краску выложить на палитру, чтобы они уже могли не из баночки брать, а с палитры. Нам понадобится сегодня белила. Лучше выкладывать мастихином или деревянной палочкой. У меня сейчас под рукой нет, выкладываю просто кисточкой. Нам понадобится белила, желтый цвет и зеленый. Всего лишь три цвета. А листочек мы будем использовать. Так, зеленый мне не получится выложить. Чуть-чуть. Листочек мы будем использовать не белый, а цветной, чтобы ромашки можно было делать белым. Используем либо оттеночную бумагу, либо можно просто крафтовый картон от упаковки, например. У кого что есть под рукой. Или цветную бумагу даже. Первое, что мы делаем, мы рисуем сердцевинки наших цветочков. Для этого мы берем, смешиваем желтый и белила. Кисточку берем чистую, я после выкладывания краски ее испачкала, хорошо промываю много раз и отжимаю. Смешиваем белила желтенький, получаем красивый желтый цвет и начинаем рисовать сверху нашего листа сердцевинки, кружочки. Достаточно далеко их друг от друга делаем, чтобы у нас нормально лепесточки влезли. Близко друг к другу не лепим. Я, допустим, сделаю 5 цветочков. У нас будет букет ромашек. Промываем маленькую кисточку, откладываем. Берем среднюю или большую кисточку. Обязательно, чтобы у нее кончик был вот такой остренький. Мы сейчас будем делать лепесточки примакиванием. Мы берем много краски на кисть. Равномерно. Смотрим, чтобы она не комочками была, а однородной консистенции. И начинаем кончик. Направляем все время к центру цветочка. Примакиваем, отпускаем. И поворачиваем кисточку все время по кругу. Это очень хорошая тренировка для детских ручек. Примакиваем, отпускаем. Продолжаем дальше. Если цвет заканчивается, берем еще. И вот так по кругу. Многие детки любят в этот момент брать и крутить листок. Лучше его закрепить или придерживать, чтобы именно ручка у них работала, поворачивалась. Цвет, если прозрачный, добавляем еще белил. И таким образом рисуем каждый цветочек. Идем по кругу. Вот так. У меня вот здесь достаточно пусто получилось, но я это место не буду добавлять еще ромашку, заполню стебелечками просто. Промываем кисть.
берем на кисточку зеленый цвет, кисточку берем уже поменьше и начинаю рисовать. У меня будут стебелечки, просто вот сюда в центр уходить. Сначала рисую стебелечки. Можно нарисовать вазочку, но я вазочку сейчас делать не хочу. Я сделаю просто стебелечки и листики. Как будто кто-то на поле собрал красивый букет. И начинаю рисовать листики. Смешиваю желтый с зеленым, чтобы у меня более интересные разных оттенков были лепесточки. Рисую такие широкие листики двух оттенков, более темного зеленого и посветлее. Здесь их побольше. Вот такой вот букет у нас получился. Очень простой. И деткам всегда нравится примакиванием рисовать цветочки. Пробуйте, у вас обязательно получится. Подписывайтесь на мой канал. И спасибо за просмотр. Пока-пока.